Всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас очень яркий, насыщенный зеленый макияж. И так, кому интересно, как я его сделала, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! У меня уже нанесен тональный крем на лицо, сделана легкая коррекция лица, и давайте приступим к макияжу глаз. Начну я с того, что нанесу базу под тени. В качестве базы буду использовать Color Tattoo в 91 оттенке. Сегодняшний макияж я сделаю с двумя палеточками от Zoeva, точнее с одной из них, вот с этой, а из палеточки натуральной я возьму самый светлый оттенок, чтобы высветлить уголочек и зону под бровью. И давайте с нее и начнем. Я возьму самый светлый оттенок и высветлю уголочек глаза внутренний и зону под бровью. Теперь в складочку века я буду наносить вот этот светло-коричневый оттенок. Буду наносить кисточкой номер 228. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь во внешний уголочек глаза я нанесу темно-коричневый оттенок с золотистыми блестками. Использую эту же кисточку. Этот же оттеночек я нанесу на нижнее веко. Теперь в уголочек глаза, во внешний, я буду наносить такой темно-темно-фиолетовый оттенок и буду делать уже это более маленькой кисточкой 231. И кисточкой, которой я наносила предыдущий оттенок, я растушевываю.
Этот же оттенок я буду наносить на нижнее веко, прям в уголочек. Теперь я нанесу светло-коричневый оттенок на тушевку, сделаю ее более плавной. Теперь я возьму самый светлый оттенок из этой палетки и нанесу его сверху на светло-коричневый оттенок, чтобы соединить два этих цвета. Светлый под бровью и коричневый. Теперь я буду на все подвижное веко наносить очень красивый зеленый оттенок, перламутровый. Теперь я нарисую стрелки. Рисовать я буду черным аквагримом от Криолан. На слизистую я нанесу подводочку от Inglot, у меня это 86 оттенок, это темно-зеленый оттенок. Теперь уголочек я выделю черным карандашом. Осталось накрасить ресницы, и макияж готов.
Итак, мой макияж готов. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте оставлять ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока!